Нет, квадратных. Нет, тут больше. Океан на планете Земля. Dog, my dog sleep. Спасибо. Так-то лучше. Что у меня за классные пятна на лице, блин, здесь? Nice, яхта. Сколько океанов ты знаешь? Тихий океан, Атлантический, Индийский. Тихий, Атлантический, Индийский. Потом еще какой есть? У нас всего где-то 7 океанов или сколько? Но я вот 3 вспомнила. Тихий, Индийский, Атлантический океан. Какой еще у нас есть? Какие у нас еще океаны есть, ты знаешь? Молчит, она не хочет говорить. Тихий, Атлантический, Индийский. Потом Северно-Атлантический, да. Это такая девушка в комнате. Здесь my sister. My sister. 4 всего. Ну вот, видишь, я почти все знаю, значит. Северно-Атлантический, Индийский, Тихий. Северно-ледовитый. Видишь, это сложное название, я не запомнила. Блин, у меня капец такая щека. Кому сколько лет? Мне? Океан, мы сами выкопали. Это не океан, это у нас река, в смысле. Море. Черное море. Есть в Египте Красное море. Это я знаю, что от алкоголя, потому что давление поднимается, и из-за этого кровь приливается. Приливается кровь. Плюс я же сейчас смешала алкоголь с кофе. Это вообще гнусно. С кофе вообще лучше не мешать. Буду жить с вами. Я же еще помимо алкоголя, шампанского, и выпила вино, шампанское и этот кофе еще. То есть я вообще спать не буду. Это прям вообще. А когда меня пытаются добавить кому-то в эфире, это получается, они видят, кого они добавляют, или это чисто случайно, рандомно они добавляют кого-то? С ним мы шо? Снимаю фото. Наверное, видят. Ну? Я не вижу смысла добавляться к ним к эфиру, потому что, ну блин, я уже добавлялась к одной. Не знаю, мне лучше одной, чем с кем-то. Они что-то там будут говорить, и мне это напряжно. Капец, Луи так крепко спит. Вообще крепко спит. Устала за сегодня. И потом, получается, если я с ним не сплю одновременно, он же встанет раньше меня. Так я уже заходила в батл. Я тогда хотела спать, я ничего не делала, не говорила с ней, и ей больше дарили, и все. Минуту посидели, и все, она вышла. Сказала пока. Потому что я не знаю, что там делать. Общаться с ней надо еще, но мне такое неинтересно. Нахуй мне надо с ней общаться. Так он спит, он устал.
И мне тоже не мешало бы спать, потому что если мы с ним одновременно не спим, он потом в смысле, кто это мне пишет? Какой Юрий Гагарин? Чё, блядь? Что, заблокировать его? Он потом встанет, блин, раньше меня, в 9 часов. Лол. Thank you. Thank you, лол. И будет меня будить, блин, когда я буду ходить спать. Потому что нам надо спать в одинаковое время. Он сейчас спит, мне тоже надо спать. Я знаю, что такое Юрий Гагарин, космонавт. Есть улица здесь и в Польше, и у нас тоже есть такая улица Юрия Гагарина. Ну, точнее, просто Гагарина. Я не об этом, я о том, что он написал вот этот, я прочитала его ник, и он написал «Слава Russian». И поэтому я так прочитала, удивилась, балабол. Вот вода. Как тебе такое? Покажи воду. Ты что, воду никогда не видел? Попей с этой воды. Окей. Я, кстати, пила ее уже. Сейчас освещусь. Чудо-вода. Святая вода. Рекомендую. My recommendation. Перестанешь мутить воду. Ты глотнула и такой привкус, как будто я яичницу съела. Я просто пила тоже таро. Типа после тебя вкус яичницы или что? Ну, яичница ее. Понятно. А и сок тоже, который ты пила помадой своей. Я тоже пила таро. Так, а чьи это груши вообще? Ну, я их не покупала. Ой, вау, что это за конфетти? Happy birthday to you. Как дела, солнце? Так, а чьи это груши, кто их покупал? Кто нам их подарил? Я, может быть, тоже съела бы. Если хочешь, умойся холодной водой, чтобы освежить кожу. Спасибо, мне нормально. Спасибо за совет. Не, я не хочу освежить кожу. Я не люблю вот это бодриться так, таким способом холодной воды. Спасибо большое. Я обойдусь. Я люблю умываться холодной водой, когда проснусь утром. Все, я ногу не поднимаю, все поуходили. Надо поднять ногу, и тогда зайдут. Ты еще будешь на море, а ну, выйди, мойся, что, что? Не понял. Косички заплести. Не, я не снималась «Любовное выживание». Это передача такая. Две стороны, две стороны. Луны, кстати, еще осталось всего лишь 3. Надо подняться, чтобы мне позаходили и подарили еще 3 луны.
читает мужские правила какую-то. Сейчас покажу. Я уже показывала. Вот что. Она уже спрятала книгу. Она не хочет, чтобы я показывала. Она сказала, чтобы я свои книги показывала. Она не хочет, чтобы я показывала ее книгу. Она спрятала ее под подушку. Она меня ненавидит. У меня тем более не надо показывать. Я тебе не показывала. Сколько? Она сказала, не надо меня показывать своим 70 подписчикам. Ну, и стриптиз подписчикам. А, стриптиз подписчикам, она сказала. Ой, боже мой. Ну, книгу она спрятала. Я уже показывала. Она показывала, что-то там мужские правила. Под подушку спрятала. Секреты. Гимнастика. Гимнастика занималась кто? Я? Не. Я видел 4К. Ты вставала, тебя уже видели. Стриптиз-подписчики. Мои стриптиз-подписчики. Все же любят стриптизы. Так, покажи мне свои. Все снимают макбенки с фастфудом и плохой едой, а я буду снимать центровоз. Видите, какая у меня классная тарелочка. И очень захотелось поделиться реально с вами друзьями насчет живой пищи, потому что у меня уже скоро будет год, как я перешла по ощущениям тела именно на сыроедение. И знаете, моя жизнь кардинально изменилась. И в этот момент я осознала превышен лимит возврата. Итак, ребята, моя история перехода на сыроедение. Решила с вами поделиться. Ну так, чего не сделаешь? Погоди, подписчиков. Сейчас просто вот это прекрасное. Я уже встала даже. Он уже сразу подписчики добавляются. Моментально. Моментальные результаты. Я буду стоять. Лапина где? Не знаю. Но суть в том, что когда у меня это пропало, я была немножко в шоке, потому что ты кусаешь другие грузи. Никакая, ты не ощущаешь абсолютно ничего, ни соленого, ни горького, ни кислого, никакого. У меня был немножко психологический шок, Я думаю, если я подниму ногу, то ко мне зайдет еще больше людей, как это было. Я спасибо. Его уже надо делать, он уже отрос.